В Узбекистане почтили память азербайджанского поэта Ихтияра Рзы. В Ташкенте прошла церемония открытия барельефа, установленного на здании, где проживал поэт, член Союза писателей Узбекистана. В мероприятии, состоявшемся по инициативе Центра азербайджанской культуры имени Гайдара Алиева, приняли участие сотрудники центра, представители посольства Азербайджана, активисты азербайджанской диаспоры в Ташкенте, члены общества дружбы Узбекистан-Азербайджан, члены семьи и близкие поэта, а также представители СМИ. По словам представителя Центра азербайджанской культуры, азербайджанцы, проживающие в Узбекистане, активно участвуют в общественной и культурной жизни страны, а их творчество служит укреплению дружественных связей между двумя государствами. Ихтияр Рза родился в 1934 году в Джалилабадском районе Азербайджана. В Узбекистан он переехал в 1963 году. К числу самых известных произведений поэта можно отнести стихотворения «Родина», «Родимый край», «Туркестан», «Моя страна», «Ты моя» и другие. Еще при жизни его творчество называли «мостом между литературой сообществами Азербайджана и Узбекистана». Ихтияр Рза прожил в Ташкенте всю свою сознательную жизнь, и хотя известного поэта нет вот уже несколько лет, ташкентцы бережно хранят память о нем.